Друзья, начинаю вторую часть переделки ледобура под шуруповерт. Наконец-то случилось счастье. Заказал я токарю вот то, что вы видели в первой части, чертежи. Вот такой переходничок. Здесь вот шестигранник именно под редуктор. Вот эта часть будет запрессовываться вот сюда и здесь обвариваться. И все, если не надо, мы будем где-то тоже будет обвариваться. И будет вот так вот, если вдруг сядет шуруповерт, батарея, вернее, шуруповерта. Все вот это вот так вот будет делать. Здесь у меня отверстие, вот, просверлено по 6,5. Хотел сначала делать, то есть нарезать с одной стороны резьбу на 8, здесь рассверлить под восьмерку и здесь барашком закручивать. Но что-то... Дело в том, что когда буду бурить, здесь вот нужно будет какую-то ставить защиту, чтобы бур случайно в лунку не ушел. И здесь вот будет как раз приворачиваться, держать вот эту защиту, этот болтик. Ну вот сейчас все буду собирать, обваривать. Потом покажу, что получилось. Так, кстати, размеры, то, что я чертил, токарь сказал, немножко я тут ошибся. Здесь у нас получается 16,2. Не знаю, видно или нет в камеру. Ну, здесь он делал под втулку 20. То есть здесь внутри двадцатка. Также все здесь 70, здесь 50, вот это 40. Ну, здесь в принципе все то же самое, что я писал в чертежах, чертил. Здесь он даже чуть-чуть побольше сделал. Ну, в общем, смотрите, дальше будем собирать, делать. Короче, ребята, вот такая штука получилась у меня. Вот здесь вот все. Старый диск взял от болгарки. Вот так вот подсоединил его, чтобы, ну, бур не провалился. Ездил сейчас, короче, на берег, пробовал. В общем, такая штука получилась. Здесь получается левое вращение и на патроне резьба правого вращения. То есть у меня просто-напросто открутился патрон. Вот, выкрутился. Вот, ребята, просто-напросто патрон открутился от редуктора. И все. Так, в эту сторону. Вот, сорвало болтик этот там. Сейчас, значит, что буду делать? Сейчас буду просто-напросто приваривать этот патрон к этому валу. Ну, как приваривать? Прихвачу вот в этом месте. Вот как-то так. Ну, вот ручка у меня такая получилась. Бур падает. Но немного он пробурил. Прям немного совсем. И начал патрон откручиваться. Так что эксперимент не удался.
попытку не засчитываем. Вот, он нам не понадобится. Болтик. Заворачиваем патрон. Резьба правая. Ну и вот в этом месте. Вот прямо вот здесь вот. Я вот маленько прихвачу. Если что, болгаркой потом можно будет спилить. Вот так вот поменьше. И вот сейчас двоечкой аккуратненько будем приваривать. Ну вот, друзья, съездил еще раз. Попытался побурить своим супер ледобуром. Даже не стал влаживать это видео, снимать. Как я уже прежде говорил, приварил я патрон к валу. Прихватил буквально там немножко. Но случилась другая печалька. Сейчас покажу все. Вот случилась такая печалька. Начал вылетать вот этот вал. Сейчас буду раскручивать, смотреть, что с ним такое случилось. Но хочу сказать, что бурит. Бурит прям где-то полшнека пробурило. И шуруповерт, простой шуруповерт тянет. Блин, вообще легко тянет. Без каких-либо напрягов. Так, я же тут загерметил все. Ну, здесь на основном валу шестерня целая. Здесь тоже все целое. Получается, вот этот подшипник, он никак не крепится здесь к этому валу. Он просто насаживается. Да. Ну, я думал хуже. Я думал, что слезало либо на шестерне зубья, либо на самом червяке. Но, однако, здесь все нормально. Ну, сейчас подшипник набью, посмотрю, что там как. Потом покажу. Ну, в общем, ребята, вот так заколхозил. Просто сюда гровер и наварил. Ну, все крутится. Колхозно, конечно. Ну, блин, буду пробовать. Терпения уже нету никакого. Надо что-то делать с этим. Будем собирать. И поедем еще раз пробовать. Друзья, в общем, после некоторых испытаний, так как мой товарищ, который мне вот это вот все варил, предсказал, что редуктор слабый. Ну вот, и наряду этих испытаний выяснилось, что вот этот червяк, который ходит, он держится на одном подшипнике всего. И то есть он не сильно прилегает к шестерне, к идущей. В общем, слабый редуктор. Вот, но могу сказать, что шуруповерты эти вывозят бур, то есть он пробуривает немного и соскальзывает.
По всей видимости, там я еще не разбирал, но, скорее всего, уже на червяке зубья связала. Вот. Ну, буду эту идею оставлять в покое. Буду, значит, какой-то другой редуктор мострячить. Видел много в интернете делают со стартера, с редуктором, который. То есть оттуда редуктор изымают со стартера и приляпывают вот к ледобуру. Ну, буду искать стартер такой. Желательно импортный какой-нибудь, японский. Он полегче, поменьше. Ну и, наверное, посильнее. Ну вот на этой грустной ноте буду заканчивать вторую часть своей эпопеи про ледобур. Но то, что мне вытащил токарь, в дальнейшем, я думаю, все равно пригодится. Буду пока бурить вручную. Все это так вот собирается на барашечки. И вот таким образом. Ну, все, будем бурить вручную пока. Ну все, всем пока. Делитесь этим видео. Предупреждайте, что такие редуктора не идут на ледобур. Подписывайтесь, комментируйте. Всем пока.